Кедровки – маленькие птички, которые относятся к одному семейству врановых наряду с воронами, сойками и галками. Эти пернатые живут исключительно в густых лесах и встречаются как на европейских, так и на азиатских территориях. Внешне птица не очень примечательна. Ее оперение имеет темно-коричневый цвет с белыми вкраплениями, а хвост и крылья черные. Однако такая окраска позволяет ей отлично маскироваться. Приветствую, с вами канал Узнавай, и сегодня мы расскажем интересные факты из жизни кедровок. Предки кедровок обитали на планете более 17 миллионов лет назад. Свое название птица получила за свою любовь к кедровым орехам, по этой же причине ее часто называют ореховкой или щелкунчиком. За свою расцветку японцы прозвали кедровку звездным вороном. Клюв у кедровок длинный и тонкий, но очень сильный и крепкий. Если не учитывать хвост, средняя величина взрослой кедровки составляет 25 сантиметров. Встретить эту птицу в дикой природе достаточно сложно, поскольку она предпочитает строить гнезда в лесной чаще, куда не может добраться человек. Кедровки являются единственными птицами, которые распространяют семена сибирской сосны и способствуют размножению этого растения. Эти птицы редко покидают основное место обитания, лишь голод может заставить кедровок совершать массовые перелеты в поисках пищи. Сильные бури и тайфуны нередко заносят птиц на острова, куда долететь самостоятельно они не могут. Взрослые птицы способны нападать на некрупных белок, чтобы отнять у нее шишки или орехи. Кедровка прячет орешки небольшими порциями по 10-20 штук, зарывая их в землю или мох, засовывая за отставшую кору под валежник или трухлявые пни. Всего получается, трудно поверить, до 6000 кладовок. Кедровки живут парами, спутника жизни птицы выбирают один раз и на всю жизнь. Высиживанием и вскармливанием птенцов занимаются как самка, так и самец. Под языком эти пернатые имеют специальное отделение, в котором они переносят свою добычу. Туда может поместиться до сотни кедровых орехов. В случае поражения лесных деревьев, гусениц и какого-нибудь вида бабочек, кедровки появляются на этом месте в большом количестве и собирают вредителей не только с деревьев, но даже выкапывают клювом из земли, куда гусеницы уходят для закукливания. В городе Томске в честь этой птицы установлен памятник. Кедровки – уникальные птицы, которые вносят огромный вклад в расширение территории лесов и распространение хвойных пород деревьев. У нас на этом все. Спасибо за просмотр. Будем рады, если подпишитесь на канал, поставите лайк и нажмете на колокольчик. До скорого!